Новый кулинарный эксперимент из бульона на основе утиных крыльев, собственно, лапши, цветной капусты, правда, к сожалению, только замороженной, и овощного сока. Ну, можно, в принципе, и томатный использовать в данном случае. Бульон уже был готов, поставила его закипать. Следующую минуту через 2-3 добавила томатный либо овощной сок, ну что имеется в наличии, где-то целую кружку и четверть, где-то, ну, наверное, 250 миллилитров это получилось. Далее, когда все это закипело, кидается капустка, варится минут 10-15 по вкусу, и потом кидается мелкая лапша. Она варится буквально 5-6 минут, получаем приятное блюдо. Довольно вкусное и необычное. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, ставьте лайки или дизлайки.